Веерных отключений электричества зимой не будет. Об этом на заседании Джогурку Кенеша сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев. Также он ответил на вопрос депутата Джалолидина Нурбаева о стоимости угля. Сегодня цена твердого топлива достигла 7,5 тысяч сомов. Население беспокоится, что зимой будут отключать свет, сказал парламентарий. Таалайбек Ибраев ответил, что в этом году подготовка к ОЗП хорошая. Уголь на юге станут продавать не дороже 5 тысяч сомов. Biz hazır oşol bağını oşol именно Баткен o şaharında oşol 5000-6000'den tegereginde ile karmayız деген планларыбыз бар. В течение месяца мы закончим незавершенные дела. Отключений света не будет. Промышленные объекты обеспечим электричеством. Стоимость угля в Ошской и Баткенской областях планируем удерживать в пределах 5-6 тысяч сомов. На месторождении Урмизан с 10 октября начнут добычу твердого топлива. С предпринимателями, которые хотят разрабатывать это месторождение, мы договорились. Они не будут продавать уголь дороже 5 тысяч сомов в Баткене и Ваше. В Чуйской области уголь будет стоить от 4 до 5 тысяч сомов.